В Нижнем Тагиле успешно реализуется программа по переселению жителей из ветхого и аварийного жилья. На начало 2019-го аварийными признано 114 многоквартирных домов. Программа реализуется в течение 3 лет. В этом году необходимо расселить 17 домов, в следующем 7, в 2021 году еще 17. Уже сейчас программа реализуется с опережением графика. Планируем построить дом в поселке Уралец, потому что граждане расселяются из поселка Уралец, и они претендует на получение жилья именно на этой территории. Деньги предусмотрены программой. Сейчас завершаются процедуры. Буквально 19 числа Дума приняла поправки к бюджету, чтобы разнести средства на 2 года, на 2019-2020 год. В ближайшее время будет разыгран конкурс.